Сьогодні ми запросили шановну Наталію Миколаївну Алієву, яка взагалі читає багато лекцій по рефракції, акомодації. Це основа дитячої офтальмології, вона і оперуючий офтальмолог чудовий. Прочитати майстер-клас, основні тести дитячої офтальмології. Ми це зробили дійсно з певними затратами, тому що ми записали цей майстер-клас, Наталія Миколаївна зі мною, і вона відповість вам тоді на запитання, якщо у вас виникнуть в чаті. Будь ласка, майстер-клас «Основні тести в дитячій оптометрії». Уважаемые коллеги, сегодня хочу поговорить с вами на такую достаточно актуальную тему и достаточно злободневную, как аккомодация. Аккомодация – это тот, скажем, приспособительная функция глаза или тот приспособительный механизм органа зрения, или, как называли еще, механизм оптической установки глаза. Это та функция, которая дает возможность работать нам на близком расстоянии. Теория аккомодации, уходя в дальние, далекие времена, занимались, начиная с Кеплера и Гельмгольца, и по сегодняшний день все ученые-офтальмологи отдают, скажем, достаточно внимания изучению этой функции глаза. Гельмгольц в свое время, физик, который увлекался биологией и физикой слуха и зрения, говорил об аккомодации, что четкое видение расположенных на близком расстоянии предметов происходит за счет сокращения ciliарных мышц, происходит сужение зрачка, ослабевает натяжение циновых связок, уменьшается глубина передней камеры, хрусталик смещается немножко к переди и к низу, уменьшается радиус кривизны передней и задней поверхности хрусталика, и в результате увеличивается преломляющая сила хрусталика и усиливается динамическая рефракция. Четкое зрение вблизи возможно при содружественной работе двух систем, это аккомодация и конвергенция. Аккомодация – процесс изменения силы хрусталика при рассматривании близкого объекта, а конвергенция – это необходимая функция для предотвращения двоения при рассматривании близко расположенного объекта. Аккомодация – функция, которая обеспечивает формирование четких изображений на сетчатке на всем пространстве от зоны ближнего до зоны дальнего видения, от ближайшей точки ясного видения до дальнейшей точки. Физиологическим смыслом аккомодации является рефлекторное изменение оптической силы глаза. И главную роль в аккомодации и дезаккомодации играют мышцы ciliарного тела, которые представляют собой сочетание разных видов мышечных волокон. Кольцевые – это мышцы Мюллера, которые обладают холинергическим действием. И меридиональные – мышца Брюки и радиальная – мышца Иванова, которые обладают адренергическим действием. Ну и, в принципе, уравновешивая эти две системы, систему симпатической и парасимпатической нервной системы, за счет уравновешивания этих двух систем происходит состояние покоя аккомодации. Ближайшая точка ясного зрения – это точка в пространстве, в которой сохраняется четкое видение при максимальном напряжении аккомодации. Областью ясного видения мы называем объем аккомодации – это расстояние от дальнейшей точки ясного зрения до ближайшей точки ясного зрения. Привычный тонус аккомодации – это состояние оптической установки глаза в естественных условиях, которое определяется как разница между манифестной и циклоплегической рефракции. Важной особенностью является ее тонус. В норме симпатические и парасимпатические отделы всегда активны. Их фоновый или базовый уровень активности называют
соответственно, симпатическим или парасимпатическим тонусом. Снижен тонус аккомодации во время сна, положительная линза, помещенная перед глазом эмитропа или коррегированного эмитропа, всегда снижает тонус аккомодации, а отрицательная линза, помещенная перед глазом эмитропа или коррегированного эмитропа, всегда повышает тонус аккомодации. Стимулом аккомодационного рефлекса могут быть нечеткость изображения на сетчатке, изменение величины ретинального изображения, конвергенция при бинокулярном зрении, сознательное фиксирование дистанции и хроматические аберрации. Аккомодация может быть стимулирована помещением объекта на любое расстояние, ближе, чем бесконечность. На практике это ближе, чем на 5 метров. В помещении перед глазом минусовой линзы аккомодация в жизни, и для удобства мы аккомодацию измеряем в диоптриях. Аккомодация, требуемая на заданной дистанции, обратно пропорционально расстоянию до предмета. Например, для работы на 50 сантиметрах необходимо затратить 2 диоптрии аккомодации. Такого же напряжения аккомодации можем достигнуть, установив перед глазом пациента, смотрящего вдаль, минусовую линзу силой минус 2 диоптрии. У миопов зачастую аккомодация ослаблена, резервы аккомодации снижены. Для миопов характерна задержка аккомодационного ответа, а это, в свою очередь, является ключевым фактором формирования периферического гиперметропического дефокуса. И это является актуальной теорией в прогрессировании близорукости. Выведена таблица аккомодации гиперметропов, и мы видим, что на дистанции 40 сантиметров гиперметропы, начиная с средней степени гиперметропии, нуждаются в достаточно большой степени аккомодации. Гиперметропия вследствие активной аккомодации в детском возрасте и высокими компенсаторными способностями часто не выявляется при рутинных скрининговых исследованиях, которые, как правило, заключаются просто в проверке остроты зрения. Эксцесс аккомодации, необходимый для поддержания высокой остроты зрения, приводит к эксцессу аккомодационной конвергенции, как следствие к эзотропии, и это может быть причиной развития амблиопии. Также при ненаступлении эзотропии некоррегированная гиперметропия приводит к истощению аккомодации и снижению способности к чтению. Сохранение нормальных зрительных функций возможно только путем стрессового режима работы фузии, направленной на предотвращение двоения. Рекомендуется полная коррекция при максимальной плюсовой линзой, дающей максимальный визус. И при небольшой гиперметропии необходима небольшая плюсовая добавка для работы вблизи, возможно, назначение линз для поддержки аккомодации. Показателями оценки параметров аккомодации может быть сила аккомодационного ответа, устойчивость аккомодации, адекватность аккомодационного ответа предъявляемым стимулом и величина затрат аккомодации. Различают абсолютную аккомодацию, это та аккомодация, которую мы измеряем монокулярно, относительную аккомодацию, это та, которая измеряется бинокулярно, а также выделяют отрицательную часть относительной аккомодации, положительную часть относительной аккомодации. И нам важен обязательно объем аккомодации или амплитуда аккомодации. То есть разные авторы называют по-разному. Это та величина, которая обратно пропорциональна ближайшей точке ясного видения. К видам аккомодации относится рефлекторная. Это ответ цилиарной мышцы на расфокусировку изображения. Проксимальная — это реакция на приближение объекта, не связанная с максимализацией четкости, ответ на виртуальное движение объекта, то есть приближающийся объект.
К видам аккомодации также относится вергентная, которая срабатывает при искусственном сведении зрительных линий двух глаз при наблюдении одного или двух находящихся на одном расстоянии объектов. Это рефлекс, связывающий аккомодацию с конвергенцией. И тоническое состояние оптической установки глаза в отсутствии зрительных стимулов, например, в безориентированном пространстве. Баланс управления симпатической и парасимпатической нервной системы. Положительная аккомодация – это величина аккомодации в процессе приближения к ближайшей точке ясного зрения, то есть это степень напряжения аккомодации. Запас относительной аккомодации – это максимальная сила рассеивающих линз, компенсируемое напряжение аккомодации глаз с сохранением остроты зрения при бинокулярной фиксации на определенном расстоянии, чаще это 33-40 см. Отрицательная аккомодация – величина аккомодации в процессе приближения к дальнейшей точке ясного зрения, это степень расслабления. И резерв абсолютной аккомодации – это максимальная сила рассеивающей линзы, которая компенсирует компенсируемое напряжением аккомодации глаза, при которой сохраняется коррегированная острота зрения вдаль. Ну, понятие аккомодационного ответа. Аккомодация имеет двухфазный ответ, а точка покоя аккомодации находится на расстоянии от 1 до 1,33 метра. Аккомодационный ответ совпадает с проксимальным стимулом аккомодации. И параметры эти вписываются в пределы от 1 до 0,75 диоптрий. Если объект ближе 1 метра, обычно наблюдается задержка аккомодационного ответа в норме до плюс 1 диоптрии. Увеличение характерно для миопии. Если объект дальше 1 метра, обычно наблюдается избыток аккомодационного ответа по отношению к предъявляемому стимулу. И в норме это от минус 0,75 до минус 1 диоптрии. Это характерно для гиперметропов и при состоянии псевдомиопии. В этой таблице выведена зависимость тонуса цилиарной мышцы при взгляде вблизи от типа рефракции. И мы видим, что максимальная степень выраженности тонуса аккомодации у нас при гиперметропии, но мы здесь имеем дело с разными степенями выраженности гиперметропии в зависимости от силы степени выраженности гиперметропии, и средняя величина тонуса аккомодации она будет меняться. Ну и максимальная она при смешанном астигматизме. Поэтому в дальнейшем мы будем говорить в плане лечения и коррекции таких рефракционных нарушений. Объем абсолютной аккомодации определяется арифметической суммой рефракции в положении ближайшей и дальнейшей точек ясного зрения. Объем абсолютной аккомодации измеряют монокулярно. Это максимальное усиление рефракции, на которое способен глаз при максимальном напряжении аккомодации. Так, и мы здесь должны четко знать и иметь представление о том, как у нас располагаются, где на каком расстоянии ближайшая точка ясного видения и дальнейшая точка ясного видения у эмитропов и гиперметропов и миопов. По возрастным нормам запаса относительной аккомодации и объема абсолютной аккомодации выведена таблица по возрастам. И мы видим, что максимальный запас относительной аккомодации он припадает на возрастной период от 15 до 24 лет. Расчет минимальных возрастных значений объема абсолютной аккомодации мы проводим по формуле, где учитывается обязательно возраст пациента. И эта зависимость, она выведена также в таблицу. В
возрастные изменения аккомодации мы можем видеть в этой таблице, где также указано ближайшее, как меняется с относительно возраста ближайшая точка ясного зрения. К методам исследования аккомодации относится много, скажем, видов исследования, но для того, чтобы мы могли иметь эти возможные средства под рукой, у нас, кроме динамической ретиноскопии, в принципе, ничего более информативного на сегодняшний день не существует. Поэтому мы, используя динамическую ретиноскопию, можем исследовать аккомодацию у молодых пациентов, а именно исследовать состояние амплитуды аккомодации, оценку аккомодационного ответа и устойчивость или гибкость аккомодации. И здесь, если мы говорим об аккомодационном ответе, мы говорим о тесте с скрещенными горизонтальными и вертикальными линиями, которые образуют решетку или два поля с горизонтальными и вертикальными линиями. И метод заключается в моно- или бинокулярной фиксации пациентам решетки на расстоянии 40 см через кросс-цилиндры в условиях слабого освещения. И кросс-цилиндр силой 0,5 мы представляем глазу таким образом, чтобы минусовый цилиндр был ориентирован вертикально. Исследования проводятся с привычной рефракцией, и предполагается, что пациент видит лучше горизонтальные полосы решетки. Затем мы компенсируем, представляя сферические стекла, до четкого появления решетки вертикальных и горизонтальных полос. И то значение линзы, с которой мы добиваемся четкого изображения вертикальных и горизонтальных полос, мы получаем значение аккомодационного ответа. Гибкость аккомодации или устойчивость мы исследуем при помощи флиппера. Флиппер может использоваться с силой сферических стекол плюс 2 и минус 2. Может также применяться плюс 1,5, минус 1,5. Нам необходима таблица для близи, которая располагается на расстоянии 40 см от глаз. И начинается исследование с представления плюсовых линз и засекают количество циклов. Смена плюс-минус в течение минуты. После каждой смены пациент должен восстановить четкость изображения. В норме монокулярно 12 циклов, бинокулярно 9. Ближайшая точка конвергенции – это пациент фиксируется на мишени, и медленно придвигаем объект к носу пациента до тех пор, пока он не увидит двоение или врач замечает отклонение глаза, замечает расстояние, на котором это произошло. Это называется точкой разрыва. А затем удаляется мишень до тех пор, пока не станет видно одну мишень. Это будет точка слияния. В норме точка разрыва не ближе, чем 7-9 см от носа. Разница между точкой разрыва и точкой слияния в норме не больше 1-2 см. Динамическая ретиноскопия – это та объективная методика оценки аккомодационного ответа вблизи и выявления слабости аккомодации. Методик динамической ретиноскопии существует множество, но в принципе, скажем, достаточно информативными и удобными в применении является НОТ и МЭМ ретиноскопии. НОТ ретиноскопия – это качественный метод исследования аккомодационного ответа, который выполняется при помощи ретиноскопа и линейки, по которой передвигается объект, и мы фиксируем момент, на котором мы получаем нейтрализацию ретинального света при помощи ретиноскопа.
и фиксируем это расстояние. Но, в принципе, по удобству более нам информативно и более комфортно в применении — это мем-ретиноскопия, которая является количественным методом исследования аккомодационного ответа. Объект фиксации и ретиноскоп все время находятся на одинаковом расстоянии. Это очень удобно. На 40 сантиметров от глаза пациента, и пациенту предлагается читать слова, или, если это маленький пациент, рассматривать картинки на карте ретиноскопа. И одновременно мы представляем к глазу, дабы нейтрализовать движение тени, которое мы наблюдаем от света ретиноскопа, в зависимости от того, в каком направлении движется тень, какая она по интенсивности и какая она по ширине, мы пытаемся нейтрализовать при помощи плюсовых и минусовых линз. И та плюсовая или минусовая линза, которая дает нам нейтрализацию ретинального рефлекса, мы принимаем за аккомодационный ответ. Ретиноскопия может происходить как в условиях циклоплегии, так и в условиях динамически включенной аккомодации. Если мы в состоянии динамической ретиноскопии можем оценить состояние аккомодации, и у нас есть какие-то подвижки в сторону или напряжение, или ослабление аккомодации, это всегда является поводом для ретиноскопии в условиях циклоплегии. Аккомодационные колебания, указанные флюктуирующим размером зрачка или рефлексом во время ретиноскопии, пациенты с эзотропией или эзофорией с избыточной конвергенцией и результат ретиноскопии, который значительно более положительный или более отрицательный при субъективном исследовании аккомодации, это те показания, которые необходимы для ретиноскопии в условиях циклоплегии. Ну и для того, чтобы мы провели циклоплегию и получили хорошие данные, нам нужен идеальный циклоплегик, который должен быстро действовать, полностью парализовать аккомодацию, иметь достаточную продолжительность действия для того, чтобы оценить рефракцию, иметь быстрое восстановление аккомодации. И достаточное действие циклоплегическое и хороший эффект медриаза. То есть у нас должна получиться хорошая циклоплегия и хороший эффект медриаза, иметь отсутствие местных и системных побочных эффектов. Для определения амплитуды аккомодации нам необходимо, чтобы у нас была очковая оправа, и были поставлены стекла, подобранные на максимальную коррекцию для дали. Проверяется монокулярно. Пациенту предлагается карта с оптотипами для близи при умеренном освещении, направленном на карту, на дистанции 40 сантиметров от глаз. И мы постепенно добавляем с шагом в полдиоптрии минусовые линзы, предлагая пациенту читать шрифт номер, получается у нас 5, острота зрения 0,6. Так? И мы его читаем, представляя отрицательные линзы шагом 0,5, до устойчивого затуманивания. Угу. Читается. Читается. Угу.
читается. 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 Уже сложнее немножко, да? Угу. Довольно размыто. Размыто, но, угу. Но читается, не восстанавливается. Да. Значит, мы возвращаемся. Читается. Так читается. Значит, у нас получается с стеклышком минус 3,5, учитывая нашу дистанцию 40 сантиметров, объем аккомодации у нашего пациента в пределах 6 диоптрий правым глазом. Теперь левым глазом. Угу. Точно так же мы читаем. И постепенно добавляем по читается. Шагом в полдиоптрии. Читается. Хорошо. Читается. Хорошо. Читается. Хорошо. Читается, але вже важко. Размыто вже, да? Вот так. Добре читається. Так добре читається. Угу. Хорошо. Здесь у нас стеклышко минус 3, значит, объем аккомодации или амплитуда аккомодации левым глазом. Получается у нас 5,5 диоптрии. То есть, в принципе, это вписывается в возрастные нормы нашего пациента. Так, это мы все убираем. Так, следующим этапом у нас есть определение положительной относительной аккомодации. Положительная относительная аккомодация определяется, когда пациент сидит в удобном ему положении с подобранной коррекцией полной для дали. Текст, который он читает, должен находиться вот на уровне его глаз. И текст мы должны здесь читать в принципе на две строчки меньше, чем мы определили максимальную остроту зрения худшим глазом вдаль. То есть получается, нам текст нужен теперь острота зрения 0,8. Мы находим, mm-hmm. да? И мы определяем резерв положительной относительной аккомодации, добавляя отрицательные стекла. И мы постепенно начинаем добавлять с стекол силой минус 0,5. Минус 0,5 до устойчивого затуманивания, как сейчас. Видно. Угу. Так, сейчас мы постепенно. Вот так. Видно. Угу. Теперь вот так. Видно. Угу. Сейчас мы смотрим еще. Видно. Угу. Видно. Видно.
Хорошо, так. Ну, мы видим, что здесь у нас с силой стекла минус 2,5 диоптрии пациент еще способен читать этот текст. В принципе, это уже положительный результат, потому что здесь получается норма у нас вписывается в пределах 2,25 плюс-минус 0,5 диоптрии. То есть получается, что в принципе положительная относительная аккомодация у нас в принципе в норме. Теперь мы должны будем определить отрицательную относительную аккомодацию. И отрицательная относительная аккомодация производится таким же образом, только отрицательную мы производим с положительными стеклами. И вычисляем. Вот так. Видно. Ой, детка, извини. Вот так. Угу. Вот так. Е. Получается, да? Угу. Угу. Вже розмито, ну, і важко сфокусуватись. Не виходить, да? Угу. Угу. Є, да? Угу. Хорошо. Так, і от так ще посмотрим. Читається. Читається, да? Угу. Хорошо. Хорошо. І ще ми смотрим. Добавим еще. Важко читается. Так уже важко. Значит, у нас получается свободно с плюс 2. То есть норма получается плюс 2,25 плюс-минус 0,25. В принципе, нас устраивает такой результат. Это в общем-то, нормальный отрицательный резерв. Так, значит, теперь что у нас дальше? Дальше, ну, если бы у нас положительная относительная аккомодация была ниже 1,25, то тогда бы мы говорили о недостаточности аккомодации. Но у нашего пациента все в порядке. Так что здесь у нас все вписывается в пределы нормы. Следующее исследование аккомодации – это исследование гибкости или устойчивости аккомодации. Для этого нам нужен флиппер, который у нас, на котором у нас выставлена межзрачковая дистанция пациента, это 60 миллиметров, и у нас здесь стеклышки плюс 1,5 и минус 1,5. Значит, для того, чтобы мы посмотрели гибкость аккомодации, нам необходимо, ну, мы в данной ситуации без коррекции, потому что у нас пациент эмитроп, и мы даем возможность ему читать шрифт, который отвечает остроте зрения 0,8, поскольку мы имеем остроту зрения вдаль единицу. И в течение минуты нам нужно будет приставлять к глазам пациента, предлагая ему читать текст 0,8, и добиваться того, чтобы пациент преодолевал затуманивание и отвечал нам, когда появляется четкость. И мы меняем стеклышки, начиная с плюсовых стекол,
чередуем с минусовыми стеклами. Каждый раз пациент должен восстановить четкость изображения картинки. Значит, мы это начинаем делать, но нам нужно таймер, и в течение минуты мы засекаем время. Начнем с плюсовых. Так, мы читаем для начала, да? Читаем. Читается? Читается. Читается. Хорошо. Теперь ты мне отвечаешь «да». Yeah. Угу. Да. 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 Значит, у нашего пациента получилось 12 циклов, а в норме считается, что если бинокулярно мы проверяем, то у нас в норме должно получиться 9 циклов, если это монокулярно, то 12, но у нас бинокулярно 12. Если бы в данной ситуации бинокулярно у нас было ниже нормы количества циклов, то нам необходимо было бы еще дополнительно сделать монокулярно эту же процедуру. Но в принципе у нас получается, что все вписалось в пределы нормы абсолютной, даже выше и лучше. Значит, следующим этапом у нас есть определение оценки, вернее, аккомодационного ответа. Для оценки аккомодационного ответа нам необходимо иметь очковую оправу с полной коррекцией для дали, которую мы помещаем. Так. И в руках, в принципе, нам нужно держать те стеклышки, которые нам нужны будут для проведения этой процедуры. То есть, в принципе, под рукой, поскольку нормами аккомодационного ответа являются от плюс 1 до минус 0,5, то есть, в принципе, соответствующие стекла мы должны держать в руках, потому что процедура мемори-ретиноскопия, она проводится на расстоянии 40 сантиметров от глаз пациента при помощи ретиноскопа определенной картой, которая крепится на головке ретиноскопа, и пациенту предлагается читать те картинки, те слова, которые написаны, ну, в случае детей, которые не умеют читать, то есть, соответственно, картинки. И пациенту предлагается читать те слова, которые написаны на картинке, и одновременно производить ретиноскопию для того, чтобы оценить, каков же аккомодационный ответ. То есть здесь есть два возможных варианта. Значит, мы ретиноскопию проводим на дистанции 40 сантиметров от глаз и предлагаем пациенту читать те слова, которые написаны на карте. При этом мы производим ретиноскопию и смотрим на движение рефлекса и на его яркость, в какую сторону он двигается, и на его интенсивность. В данной ситуации рефлекс движется по движению света ретиноскопа, поэтому как на гиперметропию, поэтому я пытаюсь нейтрализовать свет плюсовым стеклом.
То есть я представляю плюсовое стекло и делаю моментально ретиноскопию. И у меня со стеклышком плюс 0,75 я получаю нейтрализацию. Теперь мы приступаем к левому глазу. На правом глазу ретиноскопию мы проводим правым глазом, на левом – левым. Теперь я оцениваю движение рефлекса. Здесь также идет по гиперметропическому типу. Я приставляю стекло. Вопрос в том, что нужно делать очень быстро, в течение секунды. Я получаю нейтрализацию также со стеклом плюс 0,75. Это вписывается в пределы нормы. Если бы это было выше нормы, это считалось бы задержкой аккомодационного ответа. Если бы это шло по рефлекс двигался бы по миопической скиоскопии, по миопической ретиноскопии против движения ретиноскопа, то тогда мы бы отметили и избыток аккомодационного ответа, и характеризует нам состояние аккомодационного аппарата пациента. Но в нашей ситуации все в пределах нормы вписывается. Значит, теперь есть еще один вариант оценки аккомодационного ответа. Это тест с перекрещенным решетками. Значит, здесь в такой ситуации нам надо обязательно, чтобы у нас кроме этих решеток были пациент их удерживает на дистанции 40 сантиметров от глаз и фиксирует двумя глазами эти полоски решетки. Мы сейчас ее освещаем. Так. И нам нужно в оправу поставить кросс-цилиндры, при том кросс-цилиндры силой 0,5, при том, чтобы минус 0,5 у нас был на 90 градусов. Сейчас мы поставим. Так, зафиксируем. Еще так. И предлагаем посмотреть пациенту на решетку. И смотрим горизонтальные и вертикальные полосочки, они одинаковые? Горизонтальные, больше детальные. Больше детальные, да? Значит, у нас вот в такой ситуации, если горизонтальные несколько ярче видны, чем вертикальные, это говорит о том, что есть некоторая задержка аккомодационного ответа. Поэтому мы должны будем постепенно добавлять небольшие плюсовые стекла. Вот так. Угу. Это плюс 0,25. Теперь одинаковые, да? Ну, то есть получается, что есть чуть-чуть совсем. Хотя не трошки горизонтальные. Все равно горизонтальные лучше. Значит, тогда мы попробуем дать все-таки. Плюс 0,5. Вот так. Угу, теперь видно. Да. Хорошо. Значит, теперь задействована полностью вся аккомодация. Нам речь идет о том, что задержка аккомодационного ответа в пределах плюс 0,5, но это абсолютно норма. Вот. Если бы было больше, то это говорило бы о определенных нарушениях аккомодации. Если бы вертикальные полоски были бы ярче выражены, то тогда, соответственно, это было бы усиление аккомодационного ответа. Вот это те, скажем, тесты на определение состояния аккомодационного аппарата глаза, которые нам необходимо проводить при
общепринятом оптометрическом исследовании, потому что если мы оцениваем вот по данным тестам напряжение или ослабление аккомодации, это нам помогает в постановке диагноза и направляет нас в определенное русло, которое нам дает возможность проводить в дальнейшем те или иные тесты в дополнении. То есть, если есть какие-то проблемы с аккомодационными нарушениями, это позволяет нам более, скажем, глубоко знать проблему состояния офтальмологического данного пациента. Проведя все эти тесты по определению состояния аккомодации, мы можем получить картину того, что каково состояние гибкости аккомодации, каково состояние аккомодационного ответа, он вписывается в пределы нормы, или же это задержка аккомодационного ответа, или наоборот, это усиление аккомодационного ответа. Это все нам поможет теперь в постановке состояния аккомодационного нарушения, если таковое есть. В данном у нашего сегодняшнего пациента хорошо, все вписывается в пределы нормы, и это достаточно хорошая информация для пациента, и никаких рекомендаций, кроме того, что соблюдать рациональный зрительный режим, мы ему не даем сегодня. К видам нарушения аккомодации по данным Розенблюма и Шаповалова относятся спазм аккомодации, привычное избыточное напряжение аккомодации, парез, паралич аккомодации, слабость аккомодации, аккомодационная астенопия как результат, пресбиопия и нарушение аккомодации после рефракционных операций. Классификация нарушений аккомодации – это недостаточность аккомодации, большая группа, как правило, сопровождается мышечной астенопией и уменьшением амплитуды аккомодации на 2 и более диоптрии по сравнению с возрастной нормой. И характеризуется задержкой аккомодационного ответа, снижением возможности аккомодации, то есть это снижение количества циклов при применении флиппера для определения гибкости, паралич, парез аккомодации и анизаккомодация. Избыточность аккомодации – это, ее называют еще гипераккомодацией, как правило, сопровождается аккомодационной астенопией. Это может быть спазм аккомодации при зрительной нагрузке, один из спусковых механизмов школьной миопии. Но спазм аккомодации может быть еще на фоне некоррегированной гиперметропии и на недостаточности конвергенции. Но аккомодационные нарушения мы все по нашей системе МКБ-10 включают только один пункт, это H52.5, но не уточняется, какой вид аккомодационного нарушения мы видим у данного пациента. Если мы определяем, то мы можем только зашифровать в H53.1 субъективное зрительное расстройство, если есть жалобы определенные. И все остальные проблемы аккомодационных нарушений, они вписываются в пункт H53.8, это другие расстройства зрения. Для того, чтобы мы могли снизить или уменьшить астенопические проявления, нам необходима обязательно рациональная оптическая коррекция. Это коррекция рефракционных, аккомодационных и бинокулярных нарушений. Специальные цветовые покрытия корректирующих очков, светофильтры. Медикаментозное средство восстановления аккомодации, домашние упражнения, ну и все общие, скажем, общеукрепляющие процедуры, которые мы можем предложить. Это может быть как вариант нетрадиционной медицины и мануальная терапия, рефлексотерапия и массаж воротниковой зоны. А рациональная оптическая коррекция – это коррекция, которая предварительно была тщательно
Исследована рефракция в естественных условиях с преодолением тонуса аккомодации при необходимости проведения исследования в условиях применения циклопенталата, выявление некоррегированной гиперметропии, привычно избыточного напряжения аккомодации и спазма аккомодации, выявление некоррегированной и недокоррегированной миопии, уточнение астигматического компонента, субъективные пробы силовые и осевые с кросс-цилиндрами и коррекция разницы в рефракции двух глаз, то есть достижение максимального бинокулярного равновесия. Также необходима обязательная коррекция бинокулярных нарушений. Необходимость в призматической коррекции наступает при декомпенсированной экзофории, как правило, более 10 призменных диоптрий. Проводится проба с поворота призм. Поверх подобранной коррекции помещают призмы по 3 призменные диоптрии на каждый глаз основанием к носу, а затем одна из призм разворачивается основанием к виску и сравнивается зрение в двух положениях этих призм. И, в принципе, если призмы расположены в одну сторону основания призмы, они, в общем-то, нейтрализуют действие друг другу, если пациент при этом абсолютно комфортно себя ощущает. То есть это говорит о том, что нам нет необходимости добавлять какую-либо призматическую коррекцию. В нашем арсенале преодоления всех проблем, которые связаны с нарушением рефракции аккомодации, есть, в общем-то, и все оптические возможности, это и очки, и контактные линзы, и, конечно же, медикаментозные возможности лечения нарушения аккомодации. Ну и у нас есть две группы препаратов, которые влияют на аккомодацию. Это антихолинергические препараты и адренамиметики. Из антихолинергических препаратов нам доступны сейчас и атропины, медриацил и тропикамид и цикламид, но зная, что медриацил и тропикамид — это особая группа препаратов, и атропин тоже входит, но несколько по другим причинам в другую группу, то цикламид остается, скажем, таким вот основным антихолинергическим препаратом, который мы сегодня рассматриваем в данной теме. И из адренамиметиков мы имеем возможность применения мезотона и эрифрина. И у всех этих препаратов есть два основных направления действия. Это изменение диаметра зрачка и воздействие на мышцы целлярного тела. Точки приложения мышц целлярного тела и мышцы радужки. Сфинктер — это круговая мышца, суживающая зрачок, и дилататор — радиальная мышца, расширяющая зрачок. Эрифрин стимулирует альфа-адренорецепторы и сокращает дезаккомодационные волокна, и тем самым мы получаем хороший медриаз. А медриатик непрямого действия холиноблокатора расслабляет мышцы, и мы получаем циклоплегию. Адренамиметик эрифрин, он усиливает тонус мышц симпатомиметического действия, и медикаментозная нормализация тонуса целлярной мышцы — это восстановление нарушенного баланса, усиление функции дезаккомодационной мышцы Иванова по законам обратной связи, соответственно, ослабление мышц Мюллера и Брюки. И медикаментозная нормализация тонуса целлярной мышцы мы получаем циклоплегию за счет действия цикламеда, за счет непрямого действия медриатика на М-холиноблокатор.
Из М-холиноблокаторов, из тех, что мы сейчас имеем в нашем арсенале, конечно же, мы предпочтение отдаем циклопенталату, потому что он имеет ряд преимуществ перед атропином, который давно и исторически сложившееся применение атропина. У нас есть определенный опыт применения атропина, но преимущество циклопенталата в том, что при двукратной инсталляции капель циклопенталат вызывает циклоплегию, сопоставимую с атропиной, индуцированной через 30-40 минут после первой инсталляции. Кратковременность циклоплегии по сравнению с атропином не вызывает перекрестной аллергии с другими циклоплегическими средствами. Есть причины, по которым мы ограничиваем применение трехдневной атропинизации. Это психосоматические реакции и аллергии, риск общих интоксикационных проявлений, стойкий парез и паралич аккомодации, стойкий мидриаз, затруднение, ну, соответственно, чтения и письма, необходимость ожидания исследования и так далее, и так далее. Это тот ряд длительных некомфортных ощущений, которые наши пациенты ощущают при применении атропина. Из альфа-адреномиметиков, из доступных, мы видим на этой табличке, но лучший препарат на сегодняшний день — Ирифрин. В длительном назначении применения этого препарата мы видим массу положительных динамических воздействий не только на целлярную мышцу, но и на сосуды и гидродинамику глаза. К недостаткам тропикамида, если мы говорим о применении альтернативному циклопенталату, это недостаточная глубина циклоплегии, в особенности для диагностики гиперметропии смешанного астигматизма, там, где мы всегда с вами определяем достаточно усиленную аккомодацию и вызывает чувство жжения после инсталляции. Остаточная аккомодация после применения циклопенталата по сравнению с атропином, мы здесь видим, что они практически не отличаются, поэтому циклопенталат, имея меньше осложнений в применении, выходит, ну скажем, в фавориты применения. И остаточная аккомодация после применения тропикамида по сравнению с атропином. Здесь мы тоже видим, что тропикамид нам не дает той максимальной циклоплегии, которая нам необходима для максимально точной диагностики. И Ирифрин содержит фенилэфрин в оптимальной концентрации, 2,5% раствор. Он улучшает гемодинамику глаза, и врач может пролонгированно назначать пролонгированные курсы лечения и не опасаться при этом никаких негативных воздействий на глазные сосуды, потому что мы видим, что объем систолического и диастолического кровотока в глазничной артерии и центральных артериях сетчатки, в принципе, даже улучшается с применением Ирифрина. Если мы распределяем по группам и тактике ведения пациентов с миопией, то мы в этой таблице вывели, какова тактика ведения. Если миоп без нарушений аккомодации мышечного баланса, то целью коррекции является сохранение физиологической связи аккомодации и конвергенции, то есть необходима такому пациенту полная постоянная коррекция. Если миоп с недостаточностью конвергенции, то для восстановления физиологической связи аккомодации и конвергенции назначается полная постоянная коррекция. При гипокоррекции и астенопии коррекция увеличивается постепенно, по переносимости, вплоть до полной. Но стремиться все равно мы должны к полной коррекции. И миопы с избыточной конвергенцией целью
коррекции необходимо разрушение патологической связи аккомодации и конвергенции, и в таких ситуациях могут назначаться прогрессивные линзы. Ну и если говорить о общих подходах в плане лечения, преодоления проблем, то при принципиально новом понимании механизма аккомодации общепринятой классификации ее нарушений до сих пор не существует, общепризнанной. В основе аккомодационных нарушений у детей и взрослых лежат, как правило, причины разного генеза. Для исследования рефракции у детей преимущественно следует отдавать циклоплегическим средствам кратковременного действия. Для детей первых классов школы характерны функциональные дефекты в виде привычно избыточного напряжения аккомодации и устойчивый стереотип зрительной работы на близком расстоянии. То есть дети низко наклоняются и перенапрягают, соответственно, весь аккомодационный аппарат глаза. Спазм аккомодации пина — два различных функциональных состояния, которые требуют различных терапевтических подходов. И привычное избыточное напряжение аккомодации — это состояние аккомодации у гиперметропов, не пользующихся необходимой коррекцией. Препаратом первого выбора является циклопенталат, который по глубине циклоплегического действия приближается к атропину. Атропин следует использовать для экспертных и сомнительных случаев, в тех ситуациях, когда устойчивый спазм аккомодации, который невозможно снять циклопенталатом. Применение 1% цикламеда эффективно для диагностики нарушения аккомодации, уточнения вида и степени клинической рефракции. Это необходимо для того, чтобы мы могли четко и правильно подобрать необходимую коррекцию того или иного нарушения рефракции. И в лечении спазма аккомодации, привычно-избыточного нарушения аккомодации, целесообразно сочетание применения цикламеда и эрифрина. И позвольте дать несколько клинических примеров, которые говорят о аккомодационных нарушениях, и которые, в общем-то, эффективно были пролечены. И вот если мы говорим о скрытой гиперметропии, то вот первый пример, это вот он и есть. Мальчик 11 лет, который жаловался на потерю четкости изображения, то есть говорил, что иногда четче вижу, иногда хуже, чаще это к вечеру хуже зрение. В анамнезе головные боли частые в области лба при чтении, и поэтому мальчик не любит читать, не любит, ему не нравятся занятия на близком расстоянии. При исследовании остроты зрения вдаль и вблизи острота зрения 0,4 была на каждом глазу, и вдаль, и вблизи. Был усилен аккомодационный ответ, и была фория на расстоянии 5 метров, эзофория в 4 призменные диоптрии, на 40 сантиметрах эзофория 10 призменных диоптрий. Динамическая рефракция на авторефрактометре была сферическая минус 0,5. После инстилляции цикламеда и через 5 минут инстилляции эрифрина мы исследовали статическую рефракцию. Статическая рефракция оказалась сфера плюс 4 на каждом глазу. И диагноз был выставлен ребенку: гиперметропия средней степени обеих глаз и избыточное напряжение аккомодации. Была рекомендована очковая коррекция плюс 2,5 сфера на оба глаза для постоянного ношения. Эрифрин 2,5% на ночь в оба глаза в течение 1 месяца. И контроль был произведен через 2 месяца. Через 2 месяца мы получили остроту зрения вдаль и вблизи 1. Ретиноскопия вдаль была в норме. И фория на 5 метров была ортофория, и вблизи была эзофория в 3 призменные диоптрии, что вписывается в пределы нормы. Здесь мы с вами
в общем-то, имеем такого пациента, который не знал о своей проблеме, и родители тоже не знали. То есть диспансерных осмотров не было. Либо они были только с, скажем, с определением остроты зрения вдаль, что у такого ребенка могло быть, если это не был он нагружен зрительными нагрузками активно, он мог давать абсолютно разные показатели по остроте зрения вдаль. Поэтому это, в общем-то, пример, который нам показывает, что как важно применение комбинированного применения цикламеда и эрифрина для диагностики рефракционных нарушений. Здесь следующий ребенок, мальчик 6 лет, у которого жалобы на то, что он слишком близко держит книгу всегда, когда работает вблизи, у него часто краснеют глаза. Жалобы начались с детского сада, и когда мы его обследовали, то визус у него был с 5 метров единица оба глаза, на 40 сантиметрах 0,8 была острота зрения обеих глаз, при ретиноскопии была, был избыток аккомодационного ответа, и динамическая рефракция была плюс 0,75 оба глаза. Была проведена инсталляция цикламеда 1%, через 5 минут эрифрин 2,5%, и мы получили статическую рефракцию в 4, плюс 4,25 оба глаза. Диагноз был поставлен гиперметропия средней степени обеих глаз, избыточное напряжение аккомодации. И была рекомендована очковая коррекция для постоянного ношения сферой плюс 2,5 диоптрии, эрифрин 2,5% на ночь в оба глаза в течение месяца и контроль через 2 месяца. Через 2 месяца мы посмотрели, визус определялся на дальнем расстоянии и на близком единица. Ретиноскопия вдаль и вблизи была в норме, вдаль была ортофория, и вблизи была фория на 40 сантиметрах в пределах трехпризменных диоптрий. Ну вот, в принципе, это тоже случай, когда родители здесь спрашивали, почему, если острота зрения у ребенка единица, почему ему назначаются очки в плюс 2,5 диоптрии. Поэтому тут пришлось родителям рассказывать и убеждать в том, что есть ситуации, и если вы приходите с определенными жалобами, и есть такие данные по клинической рефракции, как гиперметропия средней степени, то мы не можем оставлять 6-летнего ребенка в данной ситуации без коррекции и без определенного лечения. Этот случай интересный. Девочка 7 лет, которая обратились они с непереносимостью очков для постоянного ношения. Очки были выписаны месяц назад в оптике по месту жительства, и очки проверили на диоптриметре, они были минус 4. В таких своих, без коррекции, визус был 0,1 для дали, с такими своими очками визус у ребенка был в пределах 0,6-0,7, и рефракция была проведена, авторефрактометрия была сфера минус 5 оба глаза, и была задержка аккомодационного ответа. И мы, закапав медриацил 1%, проверили еще раз остроту зрения после скиоскопии проведенной, где сфера была уже минус 3 и минус 2,75, и получили остроту зрения 0,8 на оба глаза.
после чего был закапан цикламед дважды в день в течение 5 дней. То есть мы назначили пятидневное закапывание цикламеда, после чего на 6-й день был контроль рефракции, и миопия у девочки оказалась на правом глазу -2,5, на левом -1,5. Мы назначили рефрин 2,5% на ночь в течение месяца. И, в принципе, получили при исследовании остроты зрения с коррекцией -2,5 правый глаз 0,9 остроту зрения, а с коррекцией -1,5 тоже 0,9 остроту зрения. И на авторефрактометре было -2,5 правый глаз, -1,5 левый. Диагноз был поставлен миопия слабой степени обеих глаз. И рекомендована очковая и контактная коррекция на оба глаза для постоянного ношения. И очки были выписаны -2,25 и -1,5. И, соответственно, контроль через 6 месяцев. Ну и, в принципе, что еще хотелось сказать, что с спазмом и с напряжением аккомодации мы видим пациентов чаще все-таки с привычно избыточным напряжением аккомодации. Слава Богу, спазм аккомодации в той истинной, скажем, форме, в которой он проявляется, слава Богу, мы сталкиваемся редко, потому что это больше еще связано с психосоматическим состоянием пациента. Как правило, эти проблемы мы решаем вместе с психиатрами, потому что не всегда это, ну скажем, никогда это не удается решить просто офтальмологу. В принципе, в нашей практике встречалось всего 2 пациента с такой проблемой, но с этой проблемой мы справились. А то, что касается привычно избыточного напряжения аккомодации, это рутинный наш труд, это каждый день. Это те примеры, вот, которые я вам показала. Это 3 примера из нашей практики, которые, я думаю, что с этим вы встречаетесь каждый день. И в помощь вам, может быть, будут наша история, наша практика. И никогда, скажем, мой вам добрый совет, не принимайте решение в плане назначения оптической коррекции, не убедившись и не проведя правильную диагностику, не увидев максимально, скажем, статическую рефракцию и не сопоставив те динамические и статические показатели в решении лечения и коррекции данной амиотропии. Задача наша, работа, она связана с правильным сбором анамнеза, с правильным обследованием, с получением правильных данных и, соответственно, постановки, ну скажем, того диагноза, который будет достаточно четким и точным. И в зависимости уже от того диагноза, который мы имеем, мы, соответственно, назначаем лечение. Спасибо за внимание. Да, доброго дня ще раз тим, хто підключився. Зараз ми прослухали доповідь «Основні тести в дитячій оптометрії» Наталії Миколаївни Алєєвої і отримали шквал питань, тобто майже 30 запитань. Наталія Миколаївна на частину зараз відповість, а частину відповідей ми запишемо на відео і виставимо на нашому сайті Асоціації дитячих офтальмологів, тому що із тих запитань можна скласти ще 3 лекції. Да, будь ласка, Наталія Миколаївна. Є запитання, чим можна замінити фліпер. Ну, звичайно, так, фліпер ми вільно купити його не можемо, то можна поставити в пробну оправу або використовувати скла +1,5, -1,5 і +2, +1,5, +2, -2. І цим проводити пробу на стійкість акомодації. Следующее питание, как определили, что пациент имеет троп, была проведена авторефрактометрия, и
По субъективной рефракции мы определяли коррекцию, и, соответственно, на той максимально переносимой коррекции для дали и для близи по дуохромному тесту пациент смотрел на текст номер 5, и мы определяли на тексте номер 5 гибкость аккомодации. Так. Можно ли проводить флиппер-тест с использованием пробной оправы и стекол? Можно. Чевраховывает ли вы стан вегетативной нервовой системы при призначении эрефрину и вегетативные индексы кардо? Ну, в принципі, в своїй практиці я звертаю увагу на загальний стан нервової системи дитини, і, в принципі, ірефрин на довгострокові, довготривалі курси призначаю без, ну, скажімо, якихось урахувань стану нервової системи, от, того, що пов'язане з активністю вегетативної нервової системи в плані активності з... Якщо, в принципі, дитина дуже збуджена і у нас є заключення невролога, що дитині не рекомендовано те чи інше застосування даного препарату, то тоді ми його не застосовуємо. А в таких пацієнтів зустрічається дуже мало і, в принципі, більш широко ми застосовуємо все ж таки. Про атропін, будь ласка. Значить, про атропін... В мире рекомендуется длительное применение 1000% атропина для лечения прогрессирующей близорукости. Ваше мнение и подходы лечения прогрессирующей миопии. Ну, в мире рекомендуется, просто сейчас есть очень много публикаций японских ученых, которые занимаются исследованием больших групп пациентов с применением атропина, и, в принципе, все эти... скажем, исследования, они сейчас в процессе разработки, то есть еще таких окончательных и сложившихся мнений не существует. Поэтому, наверное, это применение атропина, оно где-то когда-то будет оправдано, но на данный момент, в принципе, сказать, что это применяется как руководство к действию, я не могу. И в протоколах, собственно говоря, которые были описаны по нарушениям рефракции и аккомодации, не оговаривается вот как руководство к действию применение таких разведений атропина. Дякую, Наталя Миколаївна. Це дійсно так, тому що рандомізованих мультицентрових досліджень, великомасштабних, які б знаходилися в портфелі досліджень Інституту NICE в Лондоні, на сьогоднішній день ще не існує. Через те протоколи по лікуванню міопії і спазму акомодації практично це ще не внесено. Так. Дякую вам за відповіді. Запитань 27. На останні запитання ми запишемо на відео, Наталя Миколаївна вам відповість. І знайдете на сайті Асоціації дитячих офтальмологів та оптометристів України приблизно через днів 3-4. Дякую.